победу. Да, ну, ладно, поздравляю. Завтра да. Подойдем за надо, брат. Нет, отдохни, устал. Я в последний месяц опять стал учить русский. Я считаю, что я никогда не буду говорить идеальный русский, как настоящий, но я считаю, что я могу справиться еще чуть-чуть. Год назад они меня вызвали, но это был как адаптация в сборной. Я в этом момент был первый иностранец, который будет выступать за сборную, я еще не номер один. И я еще не чувствую себя, как я, ну, комфортно, честно говорю. А сейчас совсем другое. Сейчас я уже чувствую себя комфортно в сборной. Не из-за того, что я играю как снова, но из-за того, что время уже прошло, и это реальный процесс, который все, даже русский футболист, который приезжает первый раз в сборную, это тяжело, это должно, это тоже адаптация, да. И ты играешь за всю сторону, это очень серьезно. Когда уже там счет 3-4-0 был, там, я помню, даже я там в двух передачах, которые мог там сохранить мяч, пытался там какие-то немыслимые там передачи совершал. Поэтому да, там мне сказали, там вот Ромащенко тренер подошел там в конце игры уже сказал, говорит, эти типа две передачи были лишними, говорит, концентрацию надо, говорит, держать всю игру. И как там говорит тренер главной сборной, место надо заслужить, даже чтобы выйти на замену. Вы сегодня снимали один день из жизни Дмитрия Баринова? Когда был, ну, еще помоложе, когда я узнал, что был чемпионат мира домашний, то есть я ставил себе цель попасть туда. Как бы, ну, не получилось у меня это. Дай бог, чтобы на Евро сыграть. Я выигрывал по молодежи чемпионат Европы, второе место тоже занимал. И вот хочется уже в основной сборной какое-то пятно оставить такое памятное. Все, хватит. Барина сейчас живет очень великолепный момент в своей карьере. Я не удивился, когда Чащец ему дал шанс играть как снова, потому что я был уверен, что поздно. Раньше или поздно это будет, потому что он сейчас очень хорошо играет за Локо и живет очень хороший момент. Поэтому он заслужил это. И перед игрой я ничего ему не говорил, я просто желаю ему удачи и сказал, что играть как и ты играешь в Локо, и все. Здесь никакие секрет нету. Честно сказать, как я себя чувствую в «Локомотиве», когда я вышел за сборную, совсем две разные вещи. Очень большие отличия. То есть там, ну, допустим, тренер каждому опорнику говорит, не дай бог, если я увижу, что вы догоняете сзади нападающего. Сюда сиди, сиди. Какая здесь уровень? Номер 10. И сравни с Моловым, у него там двойка. Смотри, как я работаю, как Смолов. Смолов на свежачке, а я уже полчаса здесь. Брат, он футбол играет, а ты не играешь. Боря. Пока, пока. Это пока. Боря. Приехали, собрались, выиграли две игры, разъехались. А когда праздновать сейчас уже такие матчи? Тем более, посмотри, сейчас у нас чемпионат какой интересный, да? Пять команд как идут. А обыграв Ахмат, мы уже там. Но Палыч всегда нам говорит, что для того, что мы играем Лига Чемпион, мы должны занять первое, второе место. А как мы это делаем? Надо, ну, хорошо играть в чемпионат. Поэтому я стараюсь думать об этом перед игрой. Потому что, ну, если ты, ну, правда говоришь, самое главное – это чемпионат России. И поэтому не должно быть сложно настроить против Ахмат, против Уфи, против, ну, любой команды.
Мы должны думать за каждую игру. Сейчас у нас Ахмат. Недавно мы попробовали это чувство чемпионства, поэтому это, мы должны всегда бороться за это. Я уже 12 лет, и так быстро все прошло. Похоже, что я вчера только что приехал здесь, вот, в эту базу. И... Да. Да, я могу книгу писать по моей истории в Локу. Хорошее, много, но слава богу, что у меня намного позитивный случай здесь, чем негативный. Я очень могу говорить счастливый человек за того, что я могу устроить такие карьеры в одном клубе и великий клуб, как Локомотив. И поэтому я очень рад, что до сих пор здесь могу еще. И будут стараться сделать это наша, ну, семья. Я считаю, что это Локомотив, как люди, которые здесь работают, на стадион. Я относится это как моя семья. Я очень переживал, могу говорить, ну, 3-4 года назад, перед первый кубок, который я выиграл. Чтобы, блин, столько лет играл в команду, не выиграл ни одно трофея, да. И я это терпел, и у меня все, ну, получилось. А сейчас у нас есть, возможно, у нас есть очень хорошая команда, и почему нету? Я недоволен только, чтобы я выиграл 3 кубка, чемпионат и суперкубок. Я хочу еще.